Всем привет! Наверное, уже заждались, но я с вами, гроссмейстер Карина Барцумова, и мы ждем Нино, она скоро подключится. Сейчас она там последние приготовления к стриму проводит, так скажем. Да, ну у меня не сразу все запустилось, так что надеюсь, сейчас все работает. Поставьте плюсики в чат, вот, и проявите активность, чтобы я знала, что все хорошо. Всем привет. Так, а где-то у меня трансляция включилась. Сейчас выключим звук. А, ну все, вроде бы идет. Так, да, вот вижу первые комментарии. Всех рады видеть. Кстати, у нас там уже было 10 лайков. Так что давайте поднажмем дружно. Вернем их на место, как говорится, откуда они исчезли. Вот. И скоро начнем. Да, подойдет Нино сейчас. И мы начнем. Ну, сегодня будем играть Hand and Brain. Она, правда, еще не в курсе. Она говорит, ты меня научишь, я говорю, всему тебя научу, обращайся. Вот, поэтому посмотрим, как у нас там это все дело пойдет. Будет весело, я думаю. Ну, я думаю, мы Hand and Brain поиграем и со зрителями, и просто с кем-то. В общем, да, вижу плюсики, все работает, привет, хай. Так, всем приветик, все нормально, отлично. Ну что, пока там Нино, она подключается, она мне вообще должна написать. Она там соберется. Вот, и мы пока, наверное, что поделаем? Давайте, может быть, разминочные партии. Кидайте вызов, сыграю с кем-нибудь. Карина Чес 1-1, мой ник. Вот, кидайте вызов, пока сыграю с кем-нибудь для разминки. Are you going to play against subs today? Yes, I will play with Grandmaster Nino Batsashvili, and we will play Hand and Brain. She will connect a bit later, and we will play together. Так, все. Айрат уже вызывать на 3 плюс 0. Да, ну, давайте. Поехали. C4. По схеме, как говорится. Так. Рандийскую забег мне предлагают сыграть. А, да, Айрат постоянно это играет бадью. Бадья это значит... Это значит стенка каменная. Да, ну правда я слона на f4 не могу вывести. Но выведу его на b2. Так. Кстати, играем по 3 минуты без добавления. Так, 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 так. Теперь надо чуть подумать. Давайте взялайте сразу сюда. Что нас ждет? Будет видно, будет видно. Что нас ждет? Е5 он там готовит. Ну, мне надо f3 пойти первый. Возьму конем. Так, старандийскую за белых предлагаете или за черных? За черных легко. За белых. Я тоже играю старандийскую, но g3 я играю. Вот такой вариант. Не самый принципиальный, я бы сказала. Вот. Так, а тут кое-что мне. Посмотрим. Кое-какие есть идеи. c5, наверное, пойду. Угу. Кстати, шах дала, пусть будет. Помешает в хозяйстве шах. Особенно если темп где-то выигрывают, то мешает. Ферзь f7. Хочет менять. Хочет, пусть меняет, да? Помешать мы не можем. Так, а я могу в разных порядках еще эту размену осуществить. Так, могу на f7 взять. Наверное, так лучше. Хочет, пусть берет. Там.
Ой. Так вот, уберу эти все стрелки. Стрелки за ковырки. Сюда. А как конь будет в игру выходить? Пока я не вижу, ну ладно. Могу слоном, кстати, побить тоже. Интересно, шах. Кстати, ладьёй, открытая линия есть. Есть линия. Так. Ага. Да? Нино, может, приедет, да. Но она сейчас там Кубку мира готовится, поэтому не может. А после Кубка мира, может быть, приедет, кстати. Ждем. Так, ну у меня хорошие слоны. Я своей позиции очень даже довольна. Слоны зверские, я бы сказала. Так. 4 мешает, ничего, пойти бы 5, точнее. Наверное, не мешает. Пить. Защитим. Укс, найс. Как говорится. Так, тем временем пришел донат, обязательно посмотрю. Нас поддержал. Так. Кто тут? Кто-то должно быть, да? Форсированный выигрыш, наверное, какой-то, может. Время только нет. Думать. Ладно, ушла, не вижу. Руслан поддержал. Спасибо большое, Руслан. Хорошего стрим написал. Так, ждем-с мы Нино. Так, что тут? Пешка-то не проходит пока никуда, да? Пока никуда не проходит. Ну, ладно. Все равно она сильная, конечно. Не сразу, так потом. Я в нее верю, как говорится. Проходную. Активизируем коняш. Наш коняш. А? Пешак можно съесть. D5. Так, слон D5. Ой, слон D5. Блин, пешку зевнула. А нет, не зевнула. Так. Победа за нами! Победа за нами. Да, ну вот Нино, кстати, пишет. Айрату, спасибо за игру. Все, готово. Так, сейчас мы ей напишем. Недолго она меня заставила одной играть, поэтому сейчас мы ей напишем. Так. Что там? Как-то не очень понятно. Испания открылась вроде только для вакцинированных. Нет, как это? С тестом можно приезжать. Hi, Karina, how are you? I'm good. Thank you. I'm very good. And today we will play Hand and Brain. So, should be fun. Так, звоним Нино, в общем. Звонок. Сейчас, надеюсь, без пришествий картинка появится в эфире, потому что сами знаете, что Skype с ОБСом начинает глючить. Алло! Привет! Подожди, я тебя не слышу. Не слышно. Сейчас, подожди секунду, я тебя не слышу. Да, и не я тебя не слышу, не зрители, кстати. Сейчас. Скажи что-нибудь. Говорю. Вот. Все. Привет. Привет.
Сейчас, подожди, я видео выложу, выставлю, только пока звука не слышат зрители. Сейчас, я уже тут начала. Тут уже все спрашивали. Ну, блин, все время следишь, а? Так. Тут уже... Давайте вопросики пока в чат пишем для Нино. Уникальный шанс у вас спросить что-нибудь. Так, сейчас попробуем картинку сделать нормальную. Без картинки неинтересно, как говорится. Сейчас попробуем. Все, наверное, должно... О, ты такая маленькая, правда, нам пока. Такая малюсечка. Такая вот малюсечка сейчас станет большой. Так. Тут эти кнопочки только, я вот не пойму, их можно убрать тут? Так. Это если я кнопочки уберу, тебя уберу немножко. Ну, скайп все время так захватывается как-то. Так, ну ладно, вроде видно. Напишите, как вам видно Нино. Сейчас я вот эти кнопочки убираю. Видишь, у тебя тут кнопочки, они тоже высветят. А почему я сверху? Ты была маленькая, а сейчас я тебя сделаю сюда. Так, а можешь мне себя уменьшить, а то как-то это, мне кажется, не камильфо. Позвала гостя в какой-то... В уголок так разместила. Может быть, нас это, наоборот. Как мне? Не знаю, я, видишь, не специалист в этих штучках. Так, вот, я тебя увеличила. Все, ты очень... Красивая. Все нормально, да? Видно. Так, ну напишите в чате, видно ли вам теперь. Мы уже вдвоем. Ой, уже смотри-ка. Смотри, смотри. Ставит нам сердечки, лайки. Так, Нино слышно не очень. Скажи что-нибудь, пожалуйста. Привет всем. Должно сейчас... Добрый вечер. Сейчас, подожди, сейчас должно вроде бы нормально быть слышно. Напишите, как слышно, Нино. Если нет, не очень хорошо, то я сейчас разберусь, в чем дело. Я думаю, что дело может быть в чем-то. Вот, в чем-то вот здесь. Хотя, наверное, нет. Так, все, тебя. Ага, хорошо. Да, почему, не знаю. У меня все нормально, как обычно. Звук компьютера, все нормально. Секундочку. Слышно Нино, но слабо. Так, можно немного громче. Да, можно, сейчас попробуем это организовать только. Пойму я сейчас, в чем загвоздка, как бы. Вот, может, сейчас? Нет, подождите. Да, эхо включила. Сейчас убрали лишний звук. Так, что же мне подключить? Мне надо сейчас подумать чуть-чуть. Должен быть... Наверное, вот это должно быть. Все, вот сейчас должно быть тебя слышно. Скажи, пожалуйста, что-нибудь? Привет всем. Все, все. Нормально? Да, нормально. Скажите, сейчас зрители напишут ли, как все хорошо слышно. Hand and brain with Nino, yes. Today hand and brain with Nino. Там мне на Твиче уже пишут. Ура, эхо пропало. Так, ну эхо пропало, я думаю, что теперь все отлично. Так, ну представлю Нино. Нино — международный гроссмейстер, вице-чемпионка Европы. Так, какие еще регалии надо перечислить, Нино? Напомни. Все твои регалии уже не могу запомнить. Не знаю, их много. Все, кто хочет побольше информации, читайте Википедию, я думаю, да? Вот. Ну, мы уже несколько раз встречались в эфире, и у нас был даже совместный эфир с одного как бы места, то есть только по скайпу. Вот. И
Нино, да, частый гость, так что спасибо, что приходишь. Расскажи-ка, пожалуйста, как у тебя дела? Какие новости вообще в шахматном мире? Ну, пока все тихо было, но сейчас летом начнется турнир, я думаю. И... Так, какие у тебя планы? Да, через 2 дня чемпионат Грузии будет, потом чемпионат мира, и потом уже поехала. Угу. То есть чемпионат Грузии будет среди женщин, да? Угу, да. Ага. Среди мужчин же был, по-моему, недавно, что ли? Что-то да, уже было, по-моему, 2 месяца назад или месяц назад, вот так как-то. Так, это интересно. А Кубок мира начинается в июле, да? 10 или какого там? Да, с 10 июля вместе будет женский и мужской кубок, Кубки мира. Поедешь в Сочи, да? Да, поеду в Сочи. Так что, кто из Сочи, приходите болеть за Нино, у вас уникальная возможность. Конечно. Вот. Так что приходите, и будет интересно, я думаю. Так, ну что, давай-ка начнем, может быть, я тебе расскажу. Ты вообще играла когда-нибудь такое Hand and Brain? Наверное, слышала, да? Нет, я это не знаю, что это значит вообще. Ну, Hand — это рука, а Brain — это мозг. То есть надо вот как-то вот две вещи увязать в одно, понимаешь? Тут суть в этом. Короче... Ну, это обычная вещь, всегда же так. То есть у нас шахматы тоже же так. Брейн говорит, рука делает. Да, то есть hand and brain это всегда так, да. Это точно. Ну ладно, в общем, суть в том, что, да, будем делать ходы по очереди, то есть ты мне будешь говорить фигуру, я буду ей ходить, да, я тебе говорю фигуру, ты мне говоришь просто ход, да? То есть, так как я буду двигать и за тебя, и за себя, то есть ты мне ход просто будешь говорить, хорошо? Угу, хорошо. Вот. Тут, кстати, в чате спрашивают, чего такая грустная Нино? Что? Чего такая грустная Нино, спрашивают. По-моему, Нино не грустная. А очень... Не, я не грустная, я просто чуть-чуть уставшая. Целый день дела делала, а потом еще эфир надо. Да, вот так вот, не даем расслабиться человеку. Так, ну что, давай, значит, подожди, чтобы ты hand and brain-то мы могли, ты должна мой экран, наверное, видеть все-таки как-то, я так подозреваю. Да, потому что у меня поздно приходит лайв. Да, давай-ка так. Карина ходит, а не но, только называть фигуру, которой ходить, и наоборот. Не, ну мы можем и менять, как бы, очередность, и подряд, да, посмотрим. Так, подожди, а я... Как только сделал демонстрацию, ты у меня куда-то пропала. Очень интересно, куда. Интересно. Сейчас. Нас это не устраивает. Почему? Ну, все вроде бы. Сейчас я сейчас проверю еще раз. Не исчезнет, надеюсь, если я сверну окно. Ну, я чуть-чуть наверху как-то. Чуть-чуть наверху. Правильно. Тебе пониже надо? Не, главное, чтобы картинка не исчезала, понимаешь? Все, вроде бы сейчас работает, я так понимаю. Нет, ты наверху, это ты у меня наверху, а для всех ты внизу здесь, на картинке. Закрепила я тебя, как могла. Так, ну ладно, в общем, давайте вызывайте на игру. Карина Чес 1-1, мой ник. Давайте товарищескую. А то скажут, вдвоем играть, сейчас нас забанят просто. Вот. И начнем. Сыграем. Партии. Так, сейчас, подожди, а чат-то, чат. Мне же надо еще чат читать. Видишь, какая работа сложная. Сейчас, секундочку. 4 вызова у нас. Или сколько? 5 уже? О, все хотят нас обыграть. У нас уже есть стратегия. Да? Или нет? У нас есть стратегия? Не знаю, кто-то спрашивает не, меня, какие слабости у Каринки в игре. Давай, давай. Они хотят знать. Сейчас мне с потрохами сдаст. Твои слабости перечислила. Но я этого не сделаю.
Вот так вот. Это тут, знаешь, соперницы сидят постоянно на трансляции и записывают с блокнотиком. Да, конечно. Такие вещи нельзя говорить, конечно. Никогда в жизни. Так. Все, вроде все работает. Ну все, начинаем тогда. Раз работает. Сейчас. Здесь нормально, там нормально. Давайте примем первый вызов. Пургаз. Ты видишь мой экран, да? Или ты ничего не видишь? Да, я вижу, но у меня одна штучка еще. Так, ты не видишь, да, пока? Подожди. Я доску не вижу, твой экран вижу. Сейчас, я тебе другой. У меня два же монитора. Ты мне другой монитор видишь. Секунда. Я только чат вижу. Не надо только чат. Нам надо видеть нашу игру. Так, опять ты пропала. Ну, отлично. Не одно, так другое. Сейчас вернешься, я надеюсь, здесь. Да, извиняюсь, в общем, со скайпом бывают проблемки. Иногда. Все, вроде. Теперь ты видишь мою доску, да? Да, теперь я все вижу. Отлично. Ну, поехали. С пургазом. Так, ну ладно, кто первый ход говорит? Давай я буду. Так, конем ходи. Кон F3. Так, ладно. Без добавления. И теперь а я могу так сказать, просто пешка? Да, ну ты мне просто говоришь пешка, а я уже выбираю какой. А, окей. Я ты пойду. Так, пешка. С бьет D5. Так. Пешка. Пешка, говоришь? Ну давай D4, наверное. Так, конь. Конь C3. Так. Ну ладно, тут пешка, не будем. Пешка, конечно. Совсем такие. Так. На Твиче чат тоже читается. Пешка. Е4. Боремся за центр. Кстати, играем без добавления. На 30 секундах я одна, наверное, буду делать ходы. Так, сейчас я говорю, слон. Да. Слон, давай сейчас сюда. Слонов развить уже. Король. Драгировка. На Твиче тоже чат читается. Вот. Просто отвлеклась до этого. Пешка. Е5. Открываем, открываем. Мат поставим наш всем. Ты думаешь? Конечно. Так, ты говоришь. Я говорю, ферзь. Ну, раз мат наш сим, то так, наверное, да? По логике вещей. Вот ты могла сначала на c2, потом на e2 тоже была идейка. Давай, ферзь. Ферзь e4. Никогда не поздно. Потом ты мне говоришь. Ферзь. Ферзь? Не хочу. Да, конечно. Ладно, так тогда. Не хотелось. Я думала, ты побьешь пешку b7. Да, ну это кому интересно, не нот. Мы же мат договорились ставить. Тут пешку вдруг решила съесть. Не знаю. Я думаю, надо материал взять. Так, Руслан, да, примем ваш вызов. Тут мой спонсор постоянный канала. Вот мы примем вызов. Пока тебя не было, уже донат скинул человек. Видишь, как быстро. Так, я говорю, да? Пешка. Угу. Е бьет F6, конечно. Давай, готовься мне тоже что-то сказать. Я говорю пешка. Пешка? А что, на G6 ты уже жертва, наверное, проходит. Не хочешь? Ну ладно, пешка так пешка. Не знаю, я не уверена. Ты солен. Сумка пойдет потом. Так, давай. А, я говорю, пешка. H5.
Раз уж двигаем, то двигаем до конца. Раз уж так пошло. Так, ты пешка. Играешь? Вообще мне эта игра не нравится. Давай бишок. Слоном ходи. Слон G6. Не, мы сейчас знаешь, как сделаем? Ты будешь, допустим, одну партию, ты все ходы будешь говорить, чем ходить. Так, слон. Слон на 6. Да, ты будешь... одну партию ты будешь говорить полностью, да, фигуры, а угу. Другую партию я. А ходы... Как бы один человек думает, какие именно делать. У меня же компьютер, кстати, вскипел, он мигает. Так, что Почему? Там? Ты мне говоришь. Слон. Так, слон. Сейчас ты говоришь. Слон. Что ты сказал? Я говорю слон. Слон H5. Так, как 30 секунд. Можно было ферзь сказать. Ферзь бьет H6. А, не видела. Так, ладно, этот ход мы делаем по автомату. И следующий ход ладья, я тебе говорю. Примув. Я тебе говорю примув. Ладья и один. А ты должна была слон сказать. Ну, я уже примув сделаю, я не могу зрителей обманывать. Хорошо, я слон тебе примув сделаю. Окей. Он примув. Так, ладья примув. Хорошо. Давай. Ладья примув. Ну, сейчас кто будет говорить, я не знаю. Пешка, да. Примув. Пешка? Давай, двину. Да, это плохой ход, но ничего. Давай. Пешка примув. Я все время буду говорить. Давай, ты мне говори, я буду делать. Ты мне говори, чем главное. Пешка еще. Я ладью тебя. Примувы давай мне быстрее. Пешка еще. Цигель. Еще раз пешка. Примув, да? Да. Так, дальше. Сейчас не знаю, как он сыграет. Ну, примув надо. Пешка. Блин, я уже села сама. Так, ладно, давай, давай быстрее. Ладья. Хорошо. Давай, ладья, еще ладья. Плохой ход, но все-таки дальше. Можно сыграть. Король дальше может быть. Дальше. А он шаг не дал, хорошо. Дальше, ладья. Дальше. Сразу примув говорить. Дальше примув. Ладья. Примув. Ладья лучше, и потом другая ладья еще. О, уже. Забили флаг. Примув hand and brain, это жестко, да. Примув на словах при том. Это было жестко, извиняйте. Да, ну интересная партия, пургас. Так, теперь давай так сделаем. А я буду говорить, получается, что я буду говорить? Фигуры, а ты будешь говорить какой ход, да? Так что ли? Давай, не знаю, как хочешь. Так, Руслан, вызывайте, где вы? Руслан хотел сыграть, с Русланом вне очереди. Руслан, где вы? Ждем. Так, сейчас он подключится, он отошел, видимо. Так, тут-то все работает у нас. Спасибо за игру. Да, Александр, вам тоже спасибо. Мне кажется, как давно играть в шахматы, спрашивали нас тут, кстати. Так, ну ты можешь посчитать, как давно? Не знаю, я думаю, мы всю жизнь в шахматы играем. Я вот себя что-то просто не... Просто этот ответ... Я, кстати, себя не помню в том возрасте, чтобы я не играла в шахматы, кстати. Конечно. Я вот сейчас подумала, когда же это было вообще, да? Чтобы вспомнить. Так, ну ладно, где-то Руслан... Руслан попозже... А, нет, вот Руслана вижу. Так, все с Русланом. Давай, значит, я тебе говорю, какой фигуры, а ты мне ход говоришь. Я быстро делаю, ладно? Хорошо. Опять Руслан пропал. Был только что здесь. Исчез. Смотри, тут уже по ходу дела кого-то забанили. Мы еще сыграть не успели, уже заблокировали кого-то. Так. Ну ладно, следующий с Русланом. Вот, давайте с Алексеем сыграем. Так, ладно, я говорю. Пешка. D4. Пешка. C4, не знаю, ты меня заставляешь это играть. Сейчас тебя обыграют, будешь смеяться. А сейчас?
Ну, пешка. D5, E5. А, сюда берешь или D5, или E5, я что-то не понимаю. Да, E5. Ты говоришь D5, E5, я думаю, интересно. D5, E5. Все, взяли. Так, я тут тебе не знаю, если тебе поставят какой-нибудь мат 10 ходов, извини. Конь. Не знаю, D4 все играют. Сейчас конь C6. Гениальный ход. Конь, я тебе говорю конь. Конь F3, хорошо. Кстати, без добавления играем, имей в виду. По-моему, этот ход дубово сыграл. Конь C6. Ферзь. Ферзь бьет D8. Это конь. Не очень хороший ход. Кон? Да. О, любой. Кон мне не нравится. Уходи, выбор нет. А может, я вообще... Может, я за Алексея вообще болею, ты же не знаешь? На А3 я вышла, А3. Сюда, что ли? Да, чтобы он забрал моего коня. Ну, ты даешь. Ничего не жалко. Пешки хочешь разбить, да? Все ради слонов, как говорит. Шаг тебе. Слон. Слон D2. Вон у нас там зритель на Твиче пишет. Ох, it's Nino. Yes, we play with Nino. Hand and brain. You can challenge us for the game if you want. А ты уже даже Твиче лайк делаешь? Я везде, я сейчас просто везде, где только можно. Так, конь. Конь бьет D2. Приму, вы когда начнем говорить? Конь. Не знаю, у меня времени нету. Конь D бьет C4. Или А бьет. Не знаю, как хочешь, так. Как хочешь. Пешка. Е3. А. Ну вот я тебе ты пешка сказал, ты уже Е3 видишь. Так. Ну как? Не знаю. Не знаю. Длинная рокировка я играю. Слон, я тебе говорю слон. А, слон, слон Е2. Давай, король. Рокировка короткая. Удачи вам, привет, Карина. Спасибо за пожелание. Can I try to play with you? Yes, you can try. Карина, chess, 1-1. Пешка. F4. Ну, F5 угрожает. Так, тем временем у нас там что-то пришло где-то. Я вообще ничего уже не понимаю. Сейчас посмотрим. Так, ладья. Ладья... АС1. Так. Ладья. Ладья еще? Ну? Я ладью не хотела ходить. Ладья F3-1. Ну, а надо. Придется, как говорится. Так. Что-то мне что-то твое расположение не нравится. Ладья. Ладья бьет D7. Окей. Потому что ты всё время ладья говоришь. Давай слон. Следующий ход слон. Куда его деть? Он хорошо у меня стоит. Ходи, давай, сейчас время просрочишь. Слон F1. Что тебе не нравятся мои предложения? Король. Король F2, хорошо. Так, у нас там кто-то там у нас пришло, я не поняла. Сейчас посмотрим. Донат, наверное. Кто-то нас обрадовал там. Да, так, подожди, хорошо. Сейчас уже приму, вы скоро надо будет надо собраться. Так, мне же надо думать-то приходится. Давайте скажи приму, в какой фигуре хотите. Давай приму. Нет, приму я пока тебе не буду говорить, еще рано. Сейчас как 30 секунд будет, готовься к примувам. Пешка. G4. Так, прямо в пешка. F5. Ты не должна так рано. А он может сейчас уже конь E3 взять. Конь. Конь C4. Так, сейчас, Руслан, посмотрим, да. Сейчас. Тут напряженная ситуация. Так, слушай, сейчас ты что-нибудь потеряешь. Так, конь. Кон B6, хорошо. Туда? Можно было на D6. Да. B6. Ладья, да? Ладья. Ладья C6. Так. Король. Король G3. Да, примув надо делать.
Так, пойму в слон. Пешка. Пешка, пешка пойму. Пешка. Шучу. Так, пешка пойму. Пешка. Приму в слон. Приму в слон. Слон h3. Давай, приму в пешка. Приму в пешка. f6. Приму в пешка. fg. Приму в пешка. g8 ферзь. Так, приму в ладья. Ладья c7. Checkmate. Checkmate. На прямовых у нас более слаженная игра, мне кажется, да? Пока вот прямовых нет, что-то тут начинается странное. Так, сейчас посмотрим, кто там нас поддержал. Тоенто. Тоенто подписался на 7 месяцев. Thank you very much, Тоенто, for subscribe my channel. Thank you, thank you. You can challenge us for the game. We play today hand and brain, so feel free to challenge. And thank you very much. Amir 555, okay, I will try to find your challenge. And now we need to play against Ruslan. Руслан, так, давайте, мы ваш вызов принимаем. Так, ну чё, по той же схеме или ты мне будешь говорить? Давай так, ты мне. Я буду тебе говорить. Давайте. Так, теперь не много говорить, чем ходить, а я хожу, как говорить. А если Руслан вот хороший спонсор? Что? Это к чему? Пешка. Так, ну и в чем мысль? Не знаю. Слон. Мысль в том, что я могла бы тебе сказать ферзь или что-то. Пешка. Спасибо, вот все понятно тебе с тобой. А что мы пешку-то отдали? Я вообще не поняла. Или ты не хотел d5? Ладно, давай, к чем ходить? У тебя был 1000 пешечных. 7 пешек было, но я пошла именно так. Давай, ладно, как хожу? Не знаю, пешка бьет, наверное. Пешка лучше, чем... Мучиться так. Так, так давай. А, пешка еще. c5, он c6, так играют. Да боюсь я двигать с такой пешкой на f6 уже. Слон. Сюда пойду. Так, нас сейчас обыгрывать будет. Конь? Угу. Нет, хорошая игра начинается. Мне нравится. Нравится. Сейчас мне мат поставят. Не, не бойся. Сейчас надо защититься. Может, ферзь? Пойдёшь. Пора, пора. Так, дальше. Слон. Дальше. Пойму. Дальше ещё слон. Слон. И ферзь. М-м-м. И пешка. Так. Пешка или кон, надо подумать. Я уже приму взял. Надо приму делать или нет? Пешка. Хорошо, пешка. Приму в пешка, окей. Так, сори, сейчас уже нет приму в пешке. Ну, хорошо, кон тогда. Еще кон и... И пешка приму. Наконец-то. И король. В центр. Король в центр должен быть. Пешка. И ладья. Так. И ладья еще раз, может быть. Так. И пешка. Я тебе все отличные ходы даю. И ладья. А я до этого плохие, да? Я тебе тоже шикарно говорил. Сейчас. Я вообще за Алексея болела, что ты? Так, давай, ход. Ладья и кон. Конь? Угу. Скакнуть вперед, что ли? Давай. Почему бы нет? У вас крайне разный дебютный репертуар нам пишут. Так, ладно, давай-ка.
Может, пешку сыграешь или короля, какой хочешь. Давай короля. Короля я хочу больше, чем пешку. Скоро приму вы. Скоро приму вы пойдут. Сейчас нас вгоняет в цепнот Руслан. И на примувах нас обманут. Так, что делать? Ну, пешка надо сейчас уже, пора пешку. Может, наш 5 двинуть? Ну, наш 5, да, можно наш 5, наверное. А, пусть наш 6 будет. На черный. Чтобы он тебя не побил. Я боюсь. Чтобы слон не побил пешку. Это легко. Руслан в шоке, он задумался. Так, давай, что делать? Хороший ход, кстати. А ты что думаешь вообще? Как ходим? Пешку. Ты как думаешь? У меня зрители такие, они все стоп. По-моему, у тебя был другой пешки лучше ход. Думаешь? Е4? Да, интересно было. Не уверена, не знаю. Центр-то тоже неплохо. Так, давай ко мне что, как сходить? Конем. И что ли? И королем. Так. Да, что ли? Конечно, надо короля активизировать. Ну, надо, но он сейчас тебе тоже нападет на все. Так, здравствуйте. Да, да, всем привет, кто подключился. Так, что дальше? Пешка. Пешка? Да, и ладья. Так, ну, у него тоже хорошие ходы есть. Какой? Ладья, наверное. И король. Король? И... Побей пешку. Что я сделала? Давай, ладно, вернемся. Сейчас приму вы не ногу, ладно, не забывай. Хорошо, король еще. Давай. Есть примув? Пешка. О, какой я двигаю-то? Еще пешка. Быстрей! Пешка. Примув, говори примув. Пешка, я пешка говорю все время. И пешка. Еще раз пешка. Потому что у тебя большой выбор. Когда я говорю пешка, у тебя ты можешь выбрать ходы. Да, любой, да, пешкой можно. Всегда приятно. Так. Как с вами сыграть, спрашивает Евгений. Вызывайте Карина Чес 1-1. Так, а что там на Твиче-то? Люди есть вообще? Все уже ушли? Так, а, на Твиче тоже ждут, кстати, наши эти зрители. Так, все работает вроде бы. Так, кстати, тут спрашивают, скажите, у вас нет сведений, куда пропала Белла Хатанашвили? Это к тебе вопрос, я думаю. Как пропала она? Не пропала, просто турниров же нету. Так, можно про всех спросить, куда пропали. Да. Один год уже никто почти не играет так особенно. Так, играем с Амиром. Амир 555, we play against you. Хорошо. А кто кому будет говорить? Давай я тебе. Давай. Амир, we will speak in Russian, but you can understand, I hope. Так, пешка. D6. Не noise playing. This game не noise playing. Конь. Конь f6. So I tell her the piece and she told me the move. Пешка. E5. Слон. Слон e7. Конь. Конь d7. Так, король. Рокировка. На Твиче в чате меньше конкуренции. Так,
Здравствуйте, Алексей. Да, вот вижу сейчас ваше предложение. Подумай, может получится, да? Надо у зрителей спросить. Так, пешка, пешка. C6. Надо у зрителей спросить, как у них пожелание. Так, пешка. B5. Сейчас я тут... Так, ну давай слон. Слон B7. Пешка. A6. Укрепляем. Так, ферзь. Ферзь C7, может быть. Лучшее место для ферзя. Ну, C7. Так. Быстро говори мне этот. Так, давай, входи-ка ладьёй. Ладья C8. Хорошо. F или A. Хорошо. Так, смотри, нас зажимают по всем фронтам. Так. Не бойся. Может, пешка? C5. Наконец-то ты сказала мне пешку. Я давно уже хотела C5 провести. Так, ну теперь можно примув сказать. Пешка, примув, пешка. ТЦ, да. Так. Ну а что ты там дальше-то хочешь? Опять пешка, что ли? Ну давай пешка еще раз. Подожди, если он мне ДЕ возьмет, как я пешкой буду ходить? Не, ну если возьмет ДЕ, тут мы уже... Так. Давай-ка слон. Слон C5. Хорошо. This guy seems to be a cheater. I think no. Knight. Комбьет C5. Так. А потом уже ладья, да? Ладья. Ладья D8. Атакуем слона. Атакуем, пока можем. Ну, он, правда, не висит, но все-таки. Ближе и атакуем. Главное атаковать, да? Так, а что дальше-то у нас есть план? Ладно, я сейчас тебе что-нибудь скажу, а ты там проверь. Дальше, конечно, пешка C3 у них слабая. Это наш козырь. Я думаю, можно ход сделать конем или чем. Так, подожди. Давай конь. Конь А4, конечно. Так. Пойти. Может быть, конь? Может быть. Конь еще? Да. Хорошо, конь B6. Угу. Так, а потом что мы там будем? Ферзь? Ферзь? Да. Ферзь что-то мне не нравится. Ну, извините. Извиняйте. Куда мне его потащить? Хорошо, ферзь здесь. Так, еще антивирус врубился, чтобы вообще все зависло, да? Так, а чем тебе не нравится? Нормальный ход. Ход как ход. Так, ну что тут уже? Наносится конь. Конь бьет c4. Так, пешка примув. Хорошо, bc. Так, а что мы там? И мы ничего не выиграли, конечно же. Ничего не выиграли. Давай тогда пойдем... Где мы пойдем-то? Так, что-то мне не нравится все. Давай ладья. Ладья бьет c4. Па-па-па-па-пам. Конь. Конь бьет e4. Так, и что там будет? Ферзь бьет e... А, ладья d1, хорошо. Так, времени нет. Ферзь. Давай примем. Ферзь бьет e5. Так, конь, конь. Что за конь? Конь f2, хорошо.
Сейчас нам мат поставят. Мата. Так, все, ладно, уже времени нет. Проиграли мы по времени. Я доигрываю. Хорошо. Тебе, пускай тебе ставят мат. А он еще, кстати, на рейтинговую вызвал. Нормально. Еще и на рейтинговую вызвал. Рубил нам флаг. Да, Амир, нехорошо. Так, ладненько. You should, next time you should challenge for friendly game, not rating game. Because if we play together, it's not possible to play rating game. So... Так, ладно. Кто тут пишут? Так, ну что, дальше. Давай-ка я сыграю партию. Читеры всегда играют на рейтинг, мне пишут. Да, может быть, кстати. Может быть. Да, я не думаю, что этот парень будет читером. Он обычная игра. Ну, я тоже не думаю, просто сам факт, что... Так, ну ладно, дальше с кем? Давай ты мне говори. Несколько партий ты мне говори. Пешка, пешка. Первый ход всегда лучше пешка играть. Так, дальше. Потом коня в игру вести. Потом еще пешка. Так. Коня. Так. Нормально вроде. Так, ага. Коня. Да. Давай-ка. Все знает наш противник. Коня. Теорию учат. Угу. Все выучил уже. Слон. Так. И король надо. Следующих. Так, Нино пропал опять. Сейчас. Ты куда-то... Где я пропал? Ты почему-то... Ой, сейчас. Ты куда-то... Меня не слышно? Нет, тебя слышно, но не видно опять. Вот сейчас опять появилось, не знаю. Так, ладей 8 он пошел. Что делать будет? Не знаю, F4. А, пешка, конечно. Или тогда... слон давай. Потому я уже пешкой пошла, ты мне сказала F4. Потому что мы пешку потеряли уже. Видишь, не берет. Человек боится твои пешки забирать. Так, чем ходишь? Хорошо, король. Единственный ход. Дальше. Что дальше ходить? Давай ферзь ходи. Ну, конечно, ферзь. Конечно же. Ты же сама сказала, надо атаковать. Угу. У нас так, ферзь, еще ферзя нельзя давать, когда атакуешь. Без ферзя тяжело. Так. Может, пешка? Я думаю, что пора, наверное, да? Нино куда дели? Вернулась Нино здесь. Так, что там? Пешка еще. Так. Не знаю. Потом... Потом слона уже, может быть, надо в игру. Вон? Или коня. Коня лучше сейчас. Конечно, лучше с темпом напрыгнуть, я думаю. Я думала, он конь G4 хочет. Думаешь? Ходить. По-моему, он ни в один момент не хотел. Так, дальше. Нам дают. Коня. Почему он слон нам отдал? Может, мы тоже не можем. Ты его напугал, тут рассказываешь про атаку. Нельзя человека пугать. Пешка. Человека так пугать нельзя. Пешка еще. Так. И потом слон, Карин. Ремув? Хорошо.
Приму вставить? Угу. Потом и слон еще. Еще слон приму, да? Ладно. И пешка, может быть. Приму. Или ладья лучше было. Ну, хорошо. Дальше. И пешка. Дальше. Тоже не знаю, я мата не вижу. Хорошо, ферзь. Мне кажется, поставим. И ладья. Как-нибудь. Должны. И конь. Конь? Ну ладно. Так, конь уже висит. Я думаю, ферзь c2 можно было сразу сюда напасть. Отсюда. Ферзь h3 тоже был ход, но... Ну, никогда не поздно, как говорится. Ферзь. Так, подожди, а откуда лучше-то? Ну, давай отсюда, что ли. Главное, детский мат по первой не зевнуть. Это детский мат называется? Или как этот мат называется? На первый детский день? Мат, мне кажется, по первой горизонтали. Нет, детский мат — это мат, когда на f7, солнце 4, ферзь h5, ферзь f7. Вот сейчас нам поставят детский мат, узнаешь. Сейчас конем пойдешь и узнаешь. Не, я ферзем еще пойду. Как? Ферзем. Ферзем? Сюда, наверное. Так, а почему за Карину кто-то отвечает? Вы за нее все решаете? Не, Нино решает, какой фигурой. А я выбираю ход, какой я хочу этой фигурой сделать. Вот такая игра. Да, на h7 уже нельзя защитить поле. Конь. Так, победа. Победа за нами. Мат по первой, да. Говорят, что это не детский мат, мат по первой. Так что можно было зевнуть. Не стыдно было бы. Чат решает все, конечно, чат решает, в том числе. Так, подожди, сейчас Нино опять пропадет у меня. Ой, нет, слава богу, на месте. Так, ну что делать-то? Давай-ка, с кем? Сашей. Знаешь Сашу? Кто Саша? Ты не знаешь, что ли, Сашу? Давай, мне говори, я буду ходить. Хорошо, пешка. Первый ход всегда пешка. Учитесь. Так. Слон, давай сейчас слоном. Давай слоном. И пешка. Давай гамбит сыграем. Какой? Надеюсь. Не знаю, этот проходит этот гамбит. Коня. Наверное. Сейчас венскую эту перейдем. И пешку. Солнце опять, я не думаю, что хорошо. Так. Пешкой? Конечно. По темпу, да? Саша по темпу пошел. Так, а оказывается, не про шахматы там был вопрос. Слон? А про что был вопрос? Ну, как обычно, какие-то вопросы бывают в чате. Как ходим? Конь. Не знаю, можно сейчас королем ходить. Ну, пойдем, а там уже будет видно. Слоном еще раз. Сильный ход. Если человек h6 не играет, надо завязать коня на f6. Так, дальше. Слон. Вязку оставим, потом конем, может быть, напрыгнем, если не, но мне скажет конь. Ну, я конь скажу сейчас, но надо красиво это играть. Был неправильный ход. Слон? Да нормально, мне кажется. Не развяжется. Мне кажется, не развяжется, я не вижу. Король? Так, как-то так. Все завязано, это... а как развязываться-то? Спрашивает Нино, какая самая нелюбимая игра после шахмат? Почему-то решили, что шахматы нелюбимая игра, я уж не знаю. Чего это вдруг они так решили?
Боже, какая самая нелюбимая игра после шахмат? Да, почему-то решили, что шахматы нелюбимая игра, не знаю. Взяли? Ну давай просто, какая нелюбимая игра? Не знаю, нелюбимую зачем надо помнить. Просто не надо в нее играть, да? Да, я просто не играю в нелюбимые игры. Так, как мы выигрывать-то будем сейчас? Конь, сейчас надо конем. Да можно было ферзем, я думаю. Ну ладно, конем так конем. Ферзь, ход ферзем, если ты очень хочешь. Да я что я хочу? Я делаю все, что ты мне скажешь. Если что, виновата ты. Логика простая. Так, что-то у меня сейчас свет тут уже этот пропал. Сейчас надо включить будет. Так, давай-ка мне ход ферзем. Какой-то. Ход ферзем. Я угадываю твои мысли. А вообще можно было и фигуру взять. Почему ты не взяла конь в 6? Вот сейчас возьмем, давай. Слон. Примув. Примув, не надо. Какой? Не знаю, может он ферзем примув. Ну примув ферзем, и следующий потом тоже примув. Конем. А может и не примув, подожди. Ну, все равно примув, я бы тебе советовала. Ты что-то уморила Сашу, он просто сдался. Устал он. От твоих выкрутасов непонятно. Так, сейчас, секунду, включи свет. Не, человек сдался, потому что у него проиграно. А мне кажется, что ты его уморила своим штуками, и он это... Он сдался поэтому. Так, ладно. Следующее. Так, у нас все товарищескую. Так, у нас тут вызов от 2700 от Алексея. Готово? Кто это? Кто это? Алексей Яровинский. 2700 у него рейтинг. Готово? Так, давай. Ну как мы его обыграем, то так медленно, если играем. Ну, будем быстро. В конце уже кто-то один будет ходить. Хорошо, я буду подсказывать. Тогда. Да, ты тогда говори не фигура, а ход сразу. В конце особенно. Так, ну ладно, что, сначала кто кому говорит? Я говорю тебе, это... Давай, ты мне, сначала ты мне говоришь. Давай, серьезно, подойдем к концу. Так, давай d4 пойдем. Пешка еще. Пешка. Хорошо. И попали в этот вариант. Хорошо, пешка еще раз. Так, ну я не знаю, что тут. Так, хочешь? Я точно не знаю. Давай. Коня. Так, быстро только надо, уже много времени посеяли. Коня можно. Мы рокировку так просто не сделаем еще. Ну хотя. Ну, длинную пойдем. Как-нибудь да сделаем. Не проблем. Я думаю, рокировки не. Главное, конь же 4. Как ходить-то сейчас? Сейчас надо ходить. Как ходить? С пешкой. Пешкой? Угу. Может, так? Так, дальше. И конем. Конем. Конем я пошла. Ну, о, дальше, дальше. Что-то теряем. Что-то теряем? Я пока не вижу. Так, дальше что? Дальше. Дальше не знаю, что хочется. Конь три хочет, а? Хочет. Хочет так хочет. Давай ход надо какой-то. Давай слоном ходи. Так. Да, куда-нибудь. Что-то сейчас у нас там подразвалится, по-моему, все. Да, время теряем очень сильно. Ну ничего. Дальше. Опа. Очень сильный ход. Думаешь? Да,
Давай пешкой ходи. А что там сильного-то я пока не поняла до конца. Я тоже не понимаю. Но... ну почему ты сильный? Так, давай следующий. Не знаю, как он сыграет. Ферзём? Нападать будет на нас. Как? Ферзь за 4 у него так, нету. Давай, давай нет. Дальше. Опа, сейчас как находить. Там у тебя план же был какой-то. Слоном, наверное. Какой-то план у тебя был. Но этот план не проходит. Не очень-то. Ну, что-то же надо сделать. И наш противник не думает. Так, давай, давай. Ферзём быстро. О, классно ты. Отходишь. Что-то все под боем, по-моему. Не проблема. Все это хорошо. Так, давай, давай. О, у нас есть ход на охране, мне кажется. Давай. Давай пешка. Давай пешку сыграем. Пешка? Ага. Ну, а так, наверное. А сейчас как сыграть? Не знаю, как сыграть. Сейчас все завязано, по-моему. Ферзём надо. Уже. Куда? Сюда, что ли? Да, ферзём-то сейчас все потеряем. Да, единственный ход, другого нету. Так уже поздно пить боржоми, да? Конь запрыгнул. Ферзём. Все, ладья-то потерялась. Бесследно. Ладья и все, да. Чистая. Король. Король, чистая. Король. Может быть, мы ее попробуем заловить? Как завалить? Я не знаю. Конь? Я тоже не знаю. Как? Слоном. Они же так играют. Все, ладно, я хожу. Я хожу. Давай, ты ходи. Не поможет, конечно, ничего тут, но попробуем. А это игра без добавлений, да? Да, без добавления часть. Еще к тому же. А, сейчас король же 2, ладья H1 возьмешь и можно еще играть чуть-чуть. Ну, сразу я не возьму, но, может быть, попозже. Почему я туда пошла вообще? Не знаю. А, времени нету? Не, ну, без добавлений, конечно, тут... тяжело. Сейчас фигуру хотя бы, чтобы хотя бы что-то было. Ну, а потом куда-то конь G4 запрыгаешь, ладья H1. Ну, он может H6 играет. Конь F2 сыграешь, конь G4 переведешь. Попробуй. Ладья B1. Обратно, или D2. Ой, D2, F3. Быстрее надо. Хотя бы 5. H4. Времени нету. Он D1, выгони его. Хорошо коня перевела. Молодец. Времени нету. Опа. А-а-а, еще зависает. Еще и зависает. Да, жалко. Подрубили бы флаг еще, может быть. Если бы не виз. А, компьютер. Так, ну ладно. Что у нас там? Зрители-то где? Не вижу. Есть кто-нибудь здесь вообще? Кто-нибудь остался? Так, ну что, какие вопросы? Какие вопросы? По-моему, вопросов вообще никаких что-то нету. Не вижу я, по крайней мере, ничего. Так. Ну что будем? Не знаю. По-моему, эта игра не очень. Да? Сама эта игра, да. Hand and Brain. Так, ну какую мы сыграем? Что мы можем сыграть? Так.
Ну, давай я просто с кем-нибудь сыграю. Ты пока там... Давайте вопросы Нино задавать. Я пока играю, а Нино поотвечает. Так. Хорошо. Или прокомментирую твою партию. О, шахматы Фишера, оказывается, смотри. Ага. А почему ты кон Б6 начала играть? Я не знаю пока, я еще не поняла вообще, что тут происходит. Ты, кстати, в шахматы Фишера играл когда-нибудь? В турнире в каком-нибудь? Нет, в турнире я не играл. А онлайн где-то? Не, тоже онлайнские турниры я не играла. Просто для себя играла иногда, вот, на личес. Ну, тебе нравится или как вообще? Не знаю, обычные больше нравятся так. Rapid и Blitz играть, обычные шахматы больше. Нравится, но это тоже нормально. Ну, что-то непопулярнее они уже. Как ты думаешь? В одно время они начали какие-то турниры делать по фишеровским шахматам. Сейчас уже... Это которые в Монако, да, были, ты имеешь в виду? Где-то 10, по-моему, 15 лет назад что-то началось. Какие-то фишеровские турниры в шахматах. Так, мне что-то сейчас поймают. А в последнее время я вообще не слышала, что что-то проводится. Мне сейчас фигуры просто съедят, по-моему. Где твоя фигура? Ну, сейчас ферзь залазит и съедят, у меня ее нет. Да, может быть. Пойди Е5. Ну, я, наверное, надо. Главное, две фигуры там не потерять. Коня и потом слона. Самый лучший твой результат с турнира, спрашивают. Ты помнишь, какой у тебя самый лучший? Что имеется про самый лучший турнир и результат? Не знаю, наверное, сколько очков набрала больше всего. Или какое место где-то в каком-то синем турнире. Не знаю. Так, ладно. Сейчас попробуем что-нибудь вывести хотя бы. Я один раз вот на Олимпиаде в Баку взяла из 10 9 очков. На какой доске? На четвертой, но все-таки это 90%. Выиграла 9 партий. Не, ну на четвертой доске там же тоже играют, да, хорошие соперницы. Слабых же там нет таких. Ну, как бы некоторые. Вообще же слабых нету. Некоторые сборные только там, может быть, как-то. А так-то в большинстве. Нет, все 2200 все имеют. 2200, 2150 все имеют абсолютно. Почти. Вот, Михаил, вы, кстати, вчера про шахматы Фишера спрашивали. Вот, пожалуйста. Кто-то меня вызвал на игру. Так, что-то у меня какой-то ужасной ситуации. Ну, ничего, ферзь где-то там. Так, Карина, скажите, пожалуйста, сколько партий нужно играть в день для прогресса и с каким контролем желательно? Ну, я считаю, что вообще, чтобы прогресс какой-то был, надо рапид хотя бы играть 15 там плюс 10 или 15 плюс 5. Ну, а просто от игры прогресса не будет явным, мне кажется. Рассчитывать. Да, и потом надо думать. Как ротировку? Так делается, да? О, по-моему, видишь, да. Я в прошлый раз, кстати, не знала, мне в чате написали, как надо. Я научилась. Что ты говоришь, думать надо? Надо думать, где вы ошибки допускаете, потом это исправлять. Ну да, если не анализировать, что, то как бы какой вообще смысл? Да. Или давай сейчас это выучу и это сыграю, и потом посмотреть, как вы играете то, что выучили, или что-то такое. А, ты сейчас можешь с ферзя выиграть. Пока не могу. Но я пытаюсь. А, уже ушла. Ушел твой противник. Ушел? Да. У меня был шансик. Я надеялась на ловуху, но не получилось. Так, тут висит, да? Да, так тоже не можешь. Не, надо сейчас хитрый ход сделать. Ладья и всем надо сделать ферзь f8 и d5. Вот это... Не, ну это чересчур хитрый.
Так, сейчас, подождите, я сейчас придумаю, мне кажется, что... Хотя вряд ли. Ну, ладья С8, ладья С7 нету, потому что Соня 5. Не, я хочу хитрый ход. Ладно, так, пойду просто вот, мне просто хочется так. А если ферзь Б6 возьмем? Ну да, я вот думаю отдать. И Т5 пойти? Не, пока так. Я просто я сейчас... У него цветнот, и я начинаю мульки. Хотя они вообще ничего не дают, ни один мой ход. Ну, просто так. Так, все, закончились мульки. Ну, 4 секунды. Можешь выиграть партию. Думаешь? Все, я уже, по-моему, ничего не могу здесь. Так, и что? А, добавляется там? Там добавляется еще. Как ему флаг ты не срубишь? Флаг не срубишь. Тогда надо было мой ход ладья F7 скрыть. Имеется ли у вас, у тебя не новый вопрос, имеется ли победы над мужскими гроссами? Конечно. Много? О, много их, да. Так, что я тут ничего уже не... Не подкрутить, не закрутить, ничего. А они думают вот, что мы, девушки, очень плохо играем в шахматы. Твои зрители, Каринка. А? Да, потому что они думают, что мы не можем обыграть мужчин-шахматистов. Ну, ладно, а это... я же не могу ничего сделать, если они так думают. Вон, я сейчас ладей на меншпиле на ничью соскочу. Да, если он ЕД возьмет, можешь выиграть вообще. Ты подсказал ему. Пешка. Пешка, пешка. Ну, твой противник хорошо играет. Чё? Так, короля надо потащить, если успеешь. Пею, похоже. Король С4, не ходи. Спасибо. За советик. Полезный совет. Нормально, проблемы ставим. Да, ладьей надо брать. Ладьей, да, активизировать, мне кажется. Это. Потом ладья H4, ладья H3, шах поставить. Кстати, нормально уже, мне нравится. Сейчас. Сейчас выиграешь еще. Потому что у тебя активнее фигура. Ну, выиграть очень трудно, но надо было на C6 короля. Так, подумаем. Так, а у него идет, да? Давай ладья D3, может побьет. Ну а побьет, и что, не успею же? Не успеваю же я. Почему? Опять H4, А6, G3, А6, А6. Он как? Прошел, ты прошла. Не получается же. Успела бы, что ли? Да, ничего, пешка Б2 остается, но можешь ничего кусать. Я думаю, что я не успею. Ну, здесь я тоже ничего. Было бы чуть-чуть больше пешек. На одну хотя бы. Так. Так, все спрашивают, мы Медьярова обыгрывали? Мамедьярова нет. Я вообще не играла с Мамедьяровым. Вот. Почему он не проходит? Ну не хочет человек, шаг что ты ему? Шаг сделать? Нет. Или же два пойти. Шаг я сделаю, пусть. Но все равно
проиграно. Посмотрим. Чуть-чуть не срослось, да? Ты неправильно короля поставил. Чуть-чуть не срослось. Он шах тебе на d2 дал. Ты должна была король c6 пойти, чтобы эти пешки держать. Не королем. Успели. Сдаемся. Сдаюсь. Так, следующее. Так, сейчас нормально будет шахмат? Вот, это уже что-то. Я сразу это потеряла, да, там это вот все. Все свое посеяла. Читеры попадаются, Нино? Как мы боремся с читерами? Расскажи, пожалуйста, мы боремся вообще с ними? Не, невозможно бороться, я думаю. Невозможно с ними бороться. Все без толку. Да, я вообще очень редко играю онлайн шахмат. Все без толку. Да, дайте. Вот это сыграло то толком. Что ческом турниры проводят. А так не особое. Так, я решила отдать пешку. Точнее, две. Но на турнире ческом нельзя сказать, что прям с ними кто-то так боролся. Там, если они были, они и были, как бы, я думаю. Поэтому сейчас читеры уже, как называется, выучили, как можно все эти программы обходить. Если человек хорошо играет и он еще читерит, то вот это невозможно вообще вытешить, по-моему. Ну и выдержать, и понять, да, что человек читерит, тоже невозможно. Да, ты поймешь, может быть, что... Но доказать невозможно будет, что он не смог эти ходы найти. Так, хотя бы джаба у тебя спрашивают, выигрывал ли? Почему хотя бы вообще, да, Бадур? Почему хотя бы джаба? Я тоже не знаю. Джаба надо выигрывать. Джаба очень сильный шахматист. Я с Джабовой тоже только один раз встречался, а и он меня обыграл в каком-то турнире. Ну, других кроссов я обыгрываю. Вот на последнем моем турнире в Сичесе я обыграла многих там. Несколько кроссов. Подожди, это в который в декабре был, что ли? Да, конечно. Ненько, так. Да, вам тоже спасибо, Михаилу, за партию. Весело. Весело сыграли мы в шахматы Фишера. Нежданно-негаданно, как говорится, так получилось. Так. Ну что, у меня есть компенсация? Ты как оценишь? У тебя, конечно. Ну, достаточно ли эта компенсация для ничьи? Не знаю. Для ничьи? Нет, я для победы думала. А как на победу играть, если он H6 рокерок бьет? Не, у меня была одна идея, но, похоже, не проходит. Он B5. Ой, B5 ход. B5. Ты можешь его подготовить. Ладья B1, B5. Вот это у тебя единственная идея. Не, а что, я сразу B5 не могу, что ли? B5, слон B5, слон E7. А, слон D3. А если слон B5, ферзь B5, да? А слон E7, король E7 не может, ферзь C5 ты хочешь, так? Слон E7, ферзь E7 побьет, и слон на D7 уходит. Так, ну давай, что делать-то? Надо темп, если сейчас темп потеряю, уже ничего не сделаю. Как быть-то? Как быть? Ну ладно, что, пусть будет король в центре. Уйдет потом он из этого центра, конечно же. Ты этого слона отдаешь. Ну ладно, пусть будет так. Сейчас на что-нибудь нападем. Хотя бы на одну пешку, потом на вторую, потом на третью и что-нибудь съедим. Карина, вы ведете уроки учеников? Да, веду. В принципе, сейчас большинство времени этим и занимаюсь. Так.
Кстати, не знаю, мне кажется, уж хоть чуть-чуть у меня есть тут что-то. Там висит, сям висит, везде потихонечку, понемножечку висит. Не так, что прям уж совсем. Хотя он может столько пешек отдать, что в какой-то Там момент... что-то 3 пешки не хватает, да? Да, если бы было 2, было бы проще. А с тремя, конечно, тут посложней. Ну, пешка же 7, если отдаст, то уже Да. сложно будет ему. Да. Это была решающая ошибка. Да, на G7 нельзя отдавать сейчас со всех сторон. Так, а эту нельзя бить. Подождите. В центр пойду. Не надо вот этих косых кривых ходов. Надо про них забыть. А то там на край доски куда-то, еще что-то я бы хотела. Это не так. По-моему, уже все. Я его замотую. А король Е7, а ферзя он просто потерял. По-первых, мат грозит. Что делать-то? Ты можешь побить и ферзя F4 сыграть. Походу, теряю я все равно ладью. Ладья G4, у него был ход. Он не увидел. Да, ладья G4, ладья D7, это играть. Да, интересно получилось-то. Ну, сейчас ты уже очень сильная. Напрямую, да? Да, ну интересно была партия, я что-то много нажертвовала, и потом вот так вот. Так, при игре с голосами мужчинами у вас есть секреты? Хороший вопрос, да? Есть ли у нас секреты? Не знаю, Thanks for the game. секреты Thank мы you too. держим в себе, но ну, обычно они играют как. С мужчинами легче играть, потому что они все время хотят тебя обыграть, и больше шансов у тебя есть, чтобы что-то сделать. Я так думаю. Как ты, Карина, думаешь? Я думаю, что с ними надо играть максимально уперто и плотно. И потом они перегибают палку, и тут ты их и выигрываешь обычно. Мне кажется. Ну, или если белыми, можно где-нибудь чуть-чуть поджать. Сразу он там какой-нибудь дебют выбирает такой, знаешь, сомнительный. Сразу уже преимущество дебюта получил, и потихонечку уже начинаешь его давить. Карина, а вы в классику играете? Я играю в классику. Последний раз, правда, это было в октябре 2020 года, к сожалению. Но до этого я играла в классику по 10 турниров в год. Вот, ну вот так просто получилось сейчас. Да, сейчас уже тяжело играть вообще в классику. Ну, я думаю, с лета начнем мы как-то играть в классику. Шансик есть. Так, опять Нину куда-то пропало. Так, у меня соперник пишет. Yes, it was interesting game. I sacrificed 3 pawns, but it was too much, I think. So I was lucky to win because I took pawn on G7. Так, ну давай еще пару партий и будем закругляться, наверное. Сыграю я. The System. А? Кто это твой противник? The System. Ой. Мне сегодня вон уже обыграли мой рейтинг, видишь, мне отняли у меня. Как-то так, вот. Что же делаешь? Так. Очень солидный у тебя противник, вот. Все крепко поставил. Славянскую играть, что ли, перевернутую? Шлехтера. Вернутую с лишним темпом. Так, пойду. Пешка возьму. У тебя сейчас сколько время-то? У меня 11.
немного. А уже. Боковую. А так? Так, вот меня видишь по центру тут. Кто-то нам пишет, что шахматы Фишера — это надо ругаться над шахматом. Ты согласна? Нет, я не согласна. Мне но нравится. Да, побольше возможностей ты можешь как бы с листа играть. Без теории. Интересно. Ну, мне кажется, немножко гармонии как-то вот нет. Надо просто наладить гармонию сначала, да, получается? Да, конечно, вот самая хорошая расстановка фигур в шахматах – это то, что мы имеем. Самая гармоничная и красивая, наверное, тоже. Так, конь b3. b4 прям хочется пойти. Что-то меня сегодня на жертву тянет. Я все отдаю, а потом думаю. Давай отдавай. Что, жалко, что ли, пешку? Нет. В том-то и дело, что зачем жалеть? Может быть, и не надо. О, так, я рада, довольна. Так. И d34. Почему ты d34 не играешь? d3 можно? Конечно. Наверное, можно, да? Да, чтобы иметь защищенную проходную пешку. Но он отдал фигуру. Он решил под вилку пойти. Да, ладья e3 думает, что у него есть ход, но это не так. У тебя всегда будет ход ферзь e6 и защищаешь ладью e8. Не, у меня еще ход ферзь b7 есть вообще. Нет, сначала надо взять пешку. И коня, нет? А, конь с темпом, да. Я это не видела даже. А, кстати, а зачем мне что-то защищать, если у меня и так все защищено? Я что-то не... Ну ладно, шах дать не проблема. Не ошибка. Шах дать не ошибка, а дальше уже разберемся. Так, ну что там вообще? Все хорошие идейки тебе подсказываю. А может, наши зрители не хотят этого, чтобы я тебе подсказала? Вот в том-то дело. Давай ему подсказывай. Он будет слушать, ты ему подсказываешь. Нельзя над людьми издеваться. Не, уже поздно ему подсказывать. Так, ну тут уже играли. Так, ну все, теперь Карина сейчас серьезную партию сыграет. Ой. Так, сейчас будете смотреть, как Карина будет... Что значит серьезная партия? Серьезные скальпы сейчас будет снимать. Тихис гейм. А. Так, ну это, правда, не особо Тихис гейм, но... Ладно, пусть... Ну, а двойной фианки, а что он тут хочет? Или что он хочет-то? Вообще, b3, слон b2 очень популярна в блице. Ну, потому что простая расстановка. И все просто и понятно. Первый раз вижу, кстати, что так может. Конь e5 так пошел? Конь e5 я вообще... Конь c6 не может, потому что у тебя ферзь c7 ход есть. А, слона он хочет. Он хочет, я хочу. Так, слона главное, чтобы не поймал. d4 есть ход. h6 сначала, нет? Чтобы на f3 слона h7 пойти. Подожди, сейчас нас забанят, если я буду все-таки сама какие-то подделать. А они могут забанить, если я тебе подсказываю? Ну, это рейтинговое, поэтому фиг знает. Да нет, я думаю, не, конечно, им какая вообще разница? Рейтинговые. Нас просто тухлыми этими закидают тут помидорами. Скажут, это преступная группа. Да,
шаг. Мне еще моя позиция очень нравится. Я не знаю. Я а почему на e5 не бьешь шахом? Не знаю, кстати. На e5 шахом вообще было жестко. Шах. Вот теперь дам шах. Не поздно. А ты эту пешку хотела по-другому взять? Ладья висит и конь висит. Что думать будешь? Ну, я это. Так. Окей. Так, а что я эту пешку взяла? Зевнула. Надо рокировку я в 6 хотеть, наверное. Так, пока пойду. Король еще в центре. И у него эти кони очень сильно стоят уже. Вот это не выбить, да? Да. Поэтому ты должна была на e5 сразу захапнуть, как он конь d2 тебя зевну. Давай возьми f6 потом пойти. А, так тоже открывается. Да, там да. Бы он мне мат поставил. Ферзь e6, конь g6 и мат бы мне поставил. А здесь еще пока мат не ставит вроде. Думаешь? Я не вижу, где мат-то. Да, как-то... Конь g6, слон бьет и... Еще ферзь e6 очень плохой. Линия аж закрыта, да. Ферзь e6 очень плохой ход. Так. Смотрим. Ну, конь g6, слон g6, gh, ферзь h2, есть ход. А, так пошел. Беру просто. Вон d4. Да, уже шансики, но ферзь h6, ферзь g7. Ладья f3 есть ход, ладья f3. И ферзь f4, ферзь d4. Да. I like. Да, уже нормально. Уже мата нету. Может, конь e5, конь e7 как-то он пойдет. Ну, ты ладья f8 и отдашь этого второго качества тоже. Я, может... Не, сейчас я как-то мат думал сразу тут. Он же 8 не вариант. Ладья f8, да? Ладья f8, ладья f1. Слон d3, ферзь g1 тоже можно такую штучку ему сделать. Да, можно и так. Ну, кстати, можно было много ходов там. Я думаю... Да, уже такая позиция, что у тебя вот инициатива атаки. С таким королем не вариант долго жить. Сейчас уже все. Ладья f4 нет. Может... Сюда вот. Вот тут. О! Красиво, смотри! Оп! Вот это молодец. Красиво. В центре доски. Мат в центре доски. Напоследок. Напоследок. Это было красиво. Так, ну что там у нас? Какие месседжи? Так, сейчас я эту демонстрацию экрана остановлю, то у меня все зависает просто. Все зависает. Так, Нино тоже пропало. Так, ну ладненько, сейчас быстро чат еще посмотрим, что там, пишут что-нибудь, не пишут, так, да, поздравляю, Атас, в следующий раз приходите еще, сыграем, вот, может быть, даже в шахматы Фишера сыграем, надо потренироваться. Шахматы Фишера, тоже надо потренироваться. Так, да, ну, окончание приятное, с королем в центре, мат всегда приятно поставить. В динамике ты классно играешь, Карина. Все мы это знаем. Вот ваши эти зрители спрашивали, что минусы Карины, я говорю, что плюсы твои. Я всем им говорю. Не, ну плюсы тоже не надо говорить в эфире. Так.
Соперницы, А они... почему? Они все будут бояться. О. Да они и так боятся, ты не заметил разве? Так, ладненько. Будем закругляться на сегодня. Сегодня так повеселились немножечко, размялись. Обязательно лайки ставьте, не забывайте. Подписывайтесь на канал. Вот. Ну, еще увидимся, Нино. Тебе удачи. Значит, спасибо, Каренька. Когда у тебя начало-то там уже скоро, ты говоришь? А у меня послезавтра уже жеребёнка, а потом игра. Ну, все, да. 13-го уже игра. Так что давайте все поболеем за Нино на чемпионате Грузии. Партии будут транслировать, все могут смотреть. Может быть, будем какие-то туры обсуждать на стримах. Давай, тоже. Будет интересно. Вообще, чемпионат Грузии всегда интересно. Всегда интересные партии. Девушки всегда играют вот ярко и очень в таком стиле. Будет интересно, короче. Да, я тоже думаю, будет на что посмотреть уж точно. Так что тебе удачи. Ну спасибо, и... спасибо. Спасибо всем за внимание. Увидимся скоро.